Всем салют! Вчера везде наблюдал за блогерами, кто выставит самую жесткую интрижку в телеграм-канал, чтобы подписались. Там сначала шли пацаны, у которых были какие-то рамсы, конфликты, и типа продолжение будет в телеграм-канале. Я такой думаю, ну ладно. Дальше парочки, которые расстались, продолжение видео в телеграм-канале. Но чемпионы, девчонки, которые вчера резко все забеременели. Вчера около 6 блогерш я увидел, которые выставили свои тесты. Якобы они забеременели вчера резко все. Причем у многих одна и та же картинка. И типа продолжение, правда она беременна или нет, в телеграм-канале. Короче, я не осуждаю, это выбор каждого. Просто неужели вам не кажется, что люди могут просто хотеть на вас подписаться там в телеграм-канал, потому что они на вас подписаны, за вами следят, вы им интересны, и после 14 числа не потерять связь с вами. И они могут просто подписаться, не нужно интриговать. Это же не то, что Инстаграм есть, и сейчас новая платформа, нужно завлечь людей туда. Здесь же не будет контента, все. И если вы им интересны, я уверен, они перейдут туда, просто подпишутся.